Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Карта у нас пиццерия FNAF 1, мы скачали мод на злую бабку Гренни, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, летите вовнутрь, моя главная цель — проникнет в пиццерию и всех замочить. У нас есть бабка на 100 жизней. И есть бабка на 5000 хп. Но сначала мы соточку используем. Пацаны, тут есть вообще какие-то входы? А, так вы не все закрыли. Вот тут есть. А, бабка бьет на расстоянии. Может, отлично. Вы пока давайте, я пока стекла бью. У вас есть еще немножко времени заделать все. А, на R я могу тпхаться. А, я как бы прыгаю наверх. Понял, это прыжок. Так, я внутри уже. А, не... Так а что вы хотели? Я же злая бабка. А что это было? Нифига себе, вы тут наставили мечей. Давай, Андрей, если что, тут сидим, если что, сюда заходить, будем это отмечать. Димас, это что становится бабкой? Так. Бабку я взял на 5000 жизней, потому что на сотку, видимо, вообще не получается никак. Не-не-не, давай на соточку, давай попробуем. Не-не-не-не-не, все нормально, я бегу. А, ну давай на соточку, хорошо, уговорил. Я таки музыку кончил. Nice. Хорошо, соточка пошла. Так, я с этого же окна захожу заново. С того же окна? А это где вообще? Нет, так я один бабкой должен быть. Вы выживаете. Ааа, жлоб. А где вы говорили, турели стоят? Так это и есть турель. А, я думал, турели, которые стреляют. Нееет. С мечами. О, так я, подождите, я могу сквозь текстуры тпхаться. А! Ого, да тут у меня этот, знаете, то Бенден Блуд Пати. Зомби с препятствиями. Эй, ты чё стреляешь? Так, я невидимый, не могу вставать. Так, смотри, что делает. Отвали от меня. Ты же тоже не можешь пройти, чё ты? Мочат сами себя. Ребята, не забываем ставить лайкосики. Ролики выходят каждый день, мы стараемся. О, я пробежал. А, не, не пробежал. Что ты маста меня не убьёшь? Я тебя убью. Нормально? Так, как же мне сделать? Да ё-моё. Так, я не могу через крышу тпхнуться, не могу. Не-не. Блин, как всегда я застрею. Эй, отвали. Так, я вижу, они там бегают. Так, мы тогда пойдем по кругу обойдем, раз такое дело. А я тогда еще парочку турелей поставлю. Эй, ты че меня трогаешь? Я тебя убью на расстоянии, я ж могу бить сдалека, ты не забывай. Нечестно. Честно, честно. О. О, тут турели, я могу пройти их. Так, 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 так. Сейчас мы подхватим момент. Вот он. Отлично. Блин, они двери загородили. Эй, говно, ты че стреляешь? Я злая бабка. Ой. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Отлично. Ты же в курсе, ты теперь отсюда не выйдешь. Я знаю, где ты, и я пошел еще одну турель ставить. А я пройду вот здесь, вот смотри. А ему тут можно пройти. Он прошел. Где надо... Ой. Читер. Так, я нашел уязвимость, пацаны, в вашем замечательном плане. Ах ты жопа, загородили. Зато ванны ты никогда не сломаешь. Надо в следующий раз поставить какую-то бомбу или какую-то цель не сделать, чтобы я подорвал или убил всех. О, знаешь, какую надо бомбу отравляющую, чтобы всех отравить? Ой, что такое? Так. Не могу пройти, но хочу вас убить. Ну я и так внутри, в принципе, пацаны, что, я уже выиграл. Сейчас я бомбу туда тут поставлю. Раз вас нет, я ставлю бомбу. Нет. Да, надо бомбу. Ах, ты жлоб. Ау. Я на несколько... Эй! Ты чё? Так, пока они ко мне идут, я ставлю бомбу. Надо вот тут вот зашкериться. Надо, ребята. Так, NTT. Где он? HB Bombs. Вот. Быстро. Пацаны, прощайте. Вот он, в игровой комнате, ё-моё. Я улетаю, я убегаю. Там сейчас взрыв будет мощный. Какой игровой? Ой-ой-ой. Так, ребята, смотрим. Ну. Автоматы. А чё не взорвалось? Ты же в курсе, что мы ничего не поняли? А чё она не просрала? Ой, чё она просрала?
Есть! Бум! Ребята, получилось, жахнуло. Просто взрыва как-то плохо видно. Ты посмотри на пиццерию, она вся взорвана. Нет, ванные! Бум! Отлично! Вот это я псих! Эй, ну чё? На! Я побежал! Я псих сегодня! Уходи, бабуся! Эй, отстань! Отстань! Не-не-не-не! Ах, блин, говно, палюсь, палюсь, палюсь! Ай, блин, да чё я такой медленный? Ну беги, Димка! Ой, прости, обстоятельства! Так, я внутри забежал! Да, сдохни! Блин, да как? Красиво! А ты знаешь, у меня есть кентуха? Ну, какой? Какой? Не знаешь, да? А есть у меня. У меня есть Джейсон. С пятницы 13-й. Так страшно. Он невидимый. У меня есть клуак на 30 секунд. Когда я в клуаке, я не могу вас бить. Так, так, так. Постараемся убежать. А вы слышите мой шум? Нет. Злости по машинам, так будет немножко им сложнее. Строю турель. Так, ты как-то я медленно очень хожу временами. А, он внутри, я слышу какие-то штуки. Это я бегу. Мой друг идет вас мочить. Грэнни, бабки злой. Эй, ты чё летаешь, жлоб? Что, я чувствую? Где он? Он в пиццерии. Вон он, в туалет. Я в туалет пошел, не мешай тебе. Эй! Что за читерское оружие конченое? Ты чё так... Это что, честно ты считаешь? Эй! Да-да! Да по жопе не стреляй! Ой, ого, это жесть! Вот так, значит, да, вы со мной? Нормальное оружие, чё бы и... И тут бабка опять пришла. Ай, пирожков мне принесла. Ну клип, нечестно. Мне надо было раствориться. Ах ты зима. О, я знаю, что сейчас. Стойте, не мочите меня. Мы сейчас делаем по-честному. Настройка песочницы. О, все, вы летать не сможете. Нет. Так, а ты как получается, ты тоже? Я тоже не буду летать, все по-честному. У тебя нету выхода со скрытой. Да блин, да как это нету? Есть. Ай, я упал. Ой, я не включаю, мне 3 хп. Ты же не сможешь выпрыгнуть. Гранат обязательно кидай. Гранат, ну вот обязательно надо было гранат. Отлично. Я знаю, где он. Да отвали от меня, Бонни! Где он? Ты считаешь, вот это чисто конченое оружие? Да. Да вы, блин, мочите. Так нечестно, я тоже так хочу. Так, пацаны, давайте я очищу карту, да? Мне кажется, будет получше. О, музычка, свежак вообще. Так, ну что? Вот так, да, значит, вы со мной хотите общаться? Да, чтобы нет. Хорошо, хорошо, стойте, стойте. Да стойте, ё-моё. У меня есть... Друг Бенди. А, окей, хорошо, без проблем. А знаете, сколько у него жизни? Вы меня не убьете никогда в жизни. 8-3. А я не могу ни бегать, ничего, я как инвалид вот это хожу. О, божечки, позвал кента. Вы чё меня откидываете? Где? Почему я не могу исчезать? Я ничего не могу исчезать, я только вижу свою жопу. Ого, это что за луч? Это луч смерти. Это что ж такое? Да блин, это какое-то читерское у вас оружие. Ага. Ребята, кто помнит ту серию, тот знает, что я сейчас сделаю. Что ж такое? Бьем, пацаны. Я чужого позвал. Что за говно? Один. Опять воздух залез. Оп. Один килл. Так, 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 так. Ой. Ой, стрям. А ну иди сюда, подлец. Отлично, сожрал. Ну, кто еще? Ого, тут мин, я валю. Борзик, давай инфу. Где он? Пиццерия. Пиццерия, я промотал.
Блин, да что у вас за читерское оружие? Какая монетка использовать? Это не монетка, это лапа Фокси. Так. Он залез опять в воздух. Понимаю. Я в окно залез. Орзик убил. Так, надеюсь, он меня не выслеживает. Так, я невидимый не могу стать. Я могу только лазить в какую-то мотню. Что это такое? Захожу внутрь пиццерии. Ой, Фокси, дай пройти, спасибо. Захожу внутрь пиццерии. Строй турель. Я могу бесшумно ходить, меня не слышно. А ты где? Кстати, строй турель. Можешь опять взять... Это, кстати, можно опять взять эту штучку, которая... Так. Я крадусь. Я сижу на засаде. Кого бы убить? Все углы чекаем. О, давайте я возьму личинку, которая может прыгать на голову. Ой, сорян. А, убил, где? Убил. Красава. Найс. Личинка еще раз ожила. Поселился. Вы? Кого? Чего? Говно. Найс. Так. Где же я сижу? Огромник. А, это сундук. Задолбался с миниган. Ах ты ж лоб. Не вижу. Да вы задрали меня в очи, да? Вы мочите, что ли, с детства? А ну иди сюда, жлоб. А если не... Он в меня вселился, убейте, он в меня вселился. Есть, я чужим стал. Ха-ха-ха, наконец-то. Давай жрать всех подряд. На. Да отвали ты! Отвалите! Ну давай иди, ну ты толстый кабан! Ты он это бессмертный, гадина! Какой бессмертный? Вы не попали! Я тупо в упор тебе стрелял! Да? Значит я бессмертный! Я ж тебя хаваю, бессмертный! Нифига себе, растворился в воздухе! Так... Не-не-не, даже ко мне не подходи! Ну чё, всё? Я реально бессмертный, меня невозможно убить! Окей. А ну возьми админский пистолет, убьет меня. Хорошо, беру трёх, я взял. Никто. Нет. Я убийца. Бессмертный чужой. Я его эволюционировал до бессмертного. Ой. Сорян. Да, не убиваюсь. Кто-то такую сальтуху закрутил. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!